И всем привет! Мы играем в Minecraft в Build Battle. Нам надо построить мышь. Какую именно мышь? Так, давайте-ка сделаем и компьютерную мышь, и полевую, если, конечно, успеем мы. Вот. Тот покинул. Кому-то это условие не понравилось. Тот решил покинуть. Пошел. Вот. Вот такая вот мышка у нас и получается. Так, и шерсть потемнее. Вот такую возьмем. Ну давайте-ка еще сделаем и полевую мышку. О, уже время остается 3 минуты только. О, я даже не знаю, как ее делать. Давайте-ка сделаем хвостик вот такой вот. Ох, главное успеть нам. Время все меньше и меньше остается. Ушки давайте-ка сделаем. Вот такие вот ушечки. Что-то получается у нас уже. Ой, не то. Давайте-ка вытянем носик. Вот так вот. Вот так вот. По такому же типу делаем. И давайте-ка поднимем носик ей. Во! Компьютерная мышка у нас получилась тоже. Вот, все, время вышло. Первая же постройка, это моя построечка. Какое-то поле. Во, это похоже на летающую мышь. Давайте поставим нормально. И сыр даже сделали, молодцы. Ой, эпик, эпик поставим, я ошибся. Эпик поставим. А здесь даже пусто, давайте-ка оценим это таким вот негативным откликом. Ого, вот это да. Все оценивают, посмотрите-ка, вообще классно все оценивают. Это видно, победитель будет у нас. Это тоже классно, мне понравилось, вообще круто. Оцениваем дальше. Ох, это маленькая мышечка. Маленькая мышка, усы даже нарисовали, посмотрите-ка. Усы, давайте-ка классно поставим. До усов я не додумался. Ох, это кошка даже. Это кошка и мышка. Давайте-ка поставим нормально. Ох, мышка. Ну давайте поставим вот такую оценку. Это компьютерная мышь. Тоже за креативность поставим нормально. И это наш победитель, конечно. Вообще классно, мы на 4-м месте. И это было все, ребятки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока.